В Дагестане стартовали масштабные учения энергетиков. Торжественное открытие прошло с участием председателя правительства республики Артема Сдунова и руководителя Россетей Павла Левинского. До начала церемонии премьер-министр и глава компании осмотрели выставленную на территории технику, после чего Артем Сдунов поприветствовал энергетиков. Работа с объектами сетевого хозяйства, особенно электросетевого хозяйства, она невозможна, и положительные изменения невозможны, если не поменять сами умы людей. Конечно же, будет подвержено изменению оборудования. Мы поменяем ветхие сети, поработаем бесхозяйными сетями. Все это будет сделано благодаря усилиям, инициативе Пауэрроссети. Важно отметить, что на Кавказе существует поверье, что любую проблему можно решить, если решать ее всем миром, всем вместе. Так и мы. Те проблемы, которые многолетние, которые накопились в энергетической системе Дагестана, далеко ходить не надо, там все обозначены, огромные потери, неплатежи, износ оборудования. Точно так же предстоит решить, навалившись всем миром, всей страной, поскольку сеть она единая на территории всей нашей необъятной Родины. Затем прошло вручение заданий дочерним предприятиям Россетей, которые они будут выполнять в течение месяца по всей республике. Отметим, что подобные учения проводятся в России впервые. Дагестан был выбран не случайно. Основная цель приезда 2000 специалистов – улучшение ситуации в электросетевом комплексе региона.